Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну, как я и говорил, 43 ранг. И вот здесь, ребят, я не могу никак перейти на 44. Хоть ты тресни. Ну, играю я в основном либо за разгрома, либо за нашего ржавого разряда. Ну что, поехали за него, попробуем. Заодно и посмотрите, что у меня здесь получается. Через 3 дня, как ты видел, у нас заканчивается сезон. И мы с тобой получим награды. Так, ну что, кто у нас там будет противником? Насколько сильным? Так, это у нас бабах. Так, давай вот это заменим. Ёпрасоте, ну... Так, и, наверное, вот таким, блин, образом. Да, как всегда, с рукой мне везет. Ну, давай посмотрим. Так, бабах, я понял, на чем он хочет играть. На ягодах. Он, значит, собирается сыграть на ягодах. Блин. Твою налево, не хватает, ребята, мне буквально одной энергии, чтобы выставить моего кофемана-зомби. Так, он наверняка ждет, ребята, ждет выгоды для себя, да, чтобы бомбануть. Интересно, есть у него уничтожитель надгробий? О, смотри, что он сделал. Вот же жучара. Мне здесь нечего сделать. Поэтому пропускаем ход. Пиу. Так, получи. Так, что мы с тобой дальше сделать можем? Ну давай, к примеру, так. Он же ведь еще одного поставить, да? Но он перелетит сюда. Если, конечно, сейчас не подорвет его какой-нибудь миной. А он это может сделать? Ага, он позвал клубнику. Так, у него еще одна энергия есть. И он... Ха! Увеличивает. А что я тут могу сделать? Ну, если честно, вообще ничего. Вообще ничего. Поехали. Не очень, конечно, хорошо, но он потратил, ребята, свой суперудар. Ну, давай, допустим, мы сделаем... Ага. Будем надеяться на удачу. У нас вариантов не так много. Опа. Слушай, а вот это хорошо. А вот это очень даже хорошо. Блин, если... Ну ладно, посмотрим. Прокатит этот, не прокатит вариант. Он может сюда сейчас... Ага, вот как он делает. Угу. Ну что, погнали. Этот минус, этот будет прокачиваться, но мы его потом с помощью бомбочки, конечно, накажем. Так... Ага, что же нам сделать-то с тобой, а? Что же нам сделать? Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Просто хочу посмотреть. Еще одну клубнику позвал, а? Посмотри. Так, естественно, мы сейчас получим звездюлей тут. Этого уничтожаем. Тюнц. Поехали. Так, у нас должна сработать защита, по идее. Угу, так оно и есть. Ну, это чтобы не получить 3 в лицо еще. А вот это хорошо. Вирус нам как раз тут очень даже будет кстати. Сделаем так. И, наверное, будем активировать вирус. Виноград у тебя. Слушай, куда бы нам виноград-то убрать? Этого, понятное дело, сюда. Плюс, наверное, мы с тобой активируем вирус. Вот так. Плюс мы, наверное, сделаем с тобой еще вот так. И, наверное, нам надо будет хильнуться. Поехали. Так, этот будет атаковать? Нет, этот не атакует.
Так, ну что, теперь сделаем вот таким вот образом. Других вариантов пока нету, ребят. Ага, этот хочет, чтобы... Понял. Не тут-то было. Так, если он сейчас не уничтожит надгробие, у нас с тобой сработает защита. Но защита меня тут не особо сильно выручает, как ты видишь. Поехали. Так. Угу. Слушай, ну, в принципе... Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ага. Фруктовый взрыв, да, хочешь взять? Он, в принципе, его берет. Ха-ха-ха. Понял. Да, этого сейчас уничтожат. Хотя нет, ребята, не уничтожили. Это очень... Стоп. Стоп, 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 стоп. Да, нам лучше выгоднее вот так сделать. Поехали. Так, защита сработает же ведь, так? Сработает. Так, ну это нам пригодится. Так, друзья мои, поехали. Раз. И два-с. Неужели у него виноградина еще осталась, а? Нет. Ага. Ага, смотри, что он делает. Поехали. Так. Все очень даже неплохо идет. Пока, ребята, все очень идет неплохо. Ну что, ставим вот сюда? Ну и смотрим, где твоя бомба эта, липучка, или как она там называется, я не знаю. Так, прекрасно. Доборчик делаем с тобой. Так, ну что? У него 100% либо мина. О, о, даже как. Допустим. Ну, здесь уже крышка ему. Друзья мои, здесь ему уже крышка. Потому что, что он здесь делает? Ничего. Я вот поставлю защиту. Ну и смотрим. Ну и все, походу, да? Приплыл бабах. Да-да-да, твоя клубника здесь вообще не в тему. Твоя клубника здесь не в тему, парень. Не получилось у него сыграть на его клубничках, на его виноградинках и тому подобное. Все получилось как нельзя хорошо. Но опять же повторяюсь, ребят, мы выигрываем и тут же проигрываем. 1-3, где-то так приблизительно идет вот одна победа к 3 проигрышам. Попробуем дальше. Выбиться бы, блин, в 44 ранг. Хотя 44-й, 43-й, какая разница, да? И все время дают. Это еще сейчас везет, 43-й, 46-й. А обычно мне высшую лигу дают против меня. Опять бабах. Угу. Да чтоб тебе, блин. Ну, навыдавали, а. Ну что, ты тоже на ягодах, да, наверное? Ну, почти, ребят. Почти на ягодах парень выступает. Так, значит, у него будет, ну, естественно, доборы карт, да, и тому подобное. Сейчас мы с тобой глянем. Будет усилен? Нет, не стал. Давай так сделаю. Угу, я понял. Так, сейчас посмотрим. Если что, у нас есть тобой защита, чтобы не получить повреждения. Но у него может быть молоточек, по-моему, да? Он же может уничтожить нам нашего стражника.
Стражи Галактики. А если нет, то получит по шеям. Он сделал немножко другой вариант. Эти мне ничего не сделают, давай так вот. Угу. С этими, как будем разбираться с этими, скажи-ка мне на милость. Через тренера? Ну, если только через тренера. Но он сейчас будет хапать карты, я тебе говорю. Он сейчас будет добор делать, соответственно, прокачивать свои... Это свекла, я насколько понимаю, да? Так, а дальше нам можно, в принципе, наверное, поставить мага нашего. Чуточку прокачаться. Но я боюсь, что у него есть бомба. Потому что он сюда, видишь, их поставил. Бомба, которая уничтожает 4 и выше. О, даже как делает. Да, ребят, я был прав. Он все-таки делает все на доборах. Как быть? Как нам лучше сделать тогда? Сейчас будет добор, добор, добор. Если я выставлю этого, да, у нас потом... А если он уберет? А вдруг он сейчас уберет, у него есть могилоед? О, прикрылся. Ну, это у них, ребята, в практике, видишь? Ему лишь бы добрать карты. Остальное их не волнует. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Этого нам подобьют. А мы с тобой... Слушай, или надо тратить, или не надо. Да я, наверное... Блин. Нет, я, наверное, не буду пока здесь ничего тратить, ребят. Поехали. Если у него нету могилоеда, значит, мы с тобой можем спокойненько поставить этого, да? По идее. Как дела, Рейк? Когда видео про зомби. Какие именно, про какого зомби? Блин, не дай бог он сейчас мину поставит вперед. Да ты запарился своими свекольниками этими, а? Сейчас опять что-то такое сделает, чтобы взять карт. Нет? Погнали тогда. Ну, допустим, да? Сейчас он этих все равно прокачает. Так, пошли, пошли, пошли доборы. Блин, что сделать-то нам, а? Этого выставить или... Давай, наверное, я вот так вот все-таки сделаю сейчас. Пока. Ну зачем вот ты-то выпал здесь? Ну зачем, а? Вот я зря... Вот я тупанул, вот... Ладно. Так, у него еще защита сработает. А там, естественно... О, даже как. Мне даже ландшафт не поменять, к сожалению. Оу, друзья мои, вот у него какой был план. Так, ну и что тут у нас? Ага. Вот так вот он решил. Ладно, поехали. Жалко, погибнет, а? Так, в минус. И эту подобью, да? Ай-яй-яй. Как нехорошо, как некрасиво. Так, ладно, сделаем с тобой следующим образом. Угу. Плюс поставим сюда этого. И пока все. Но у него, мне кажется, еще молекулярка это есть. И он сейчас еще сделает, ребята. Еще сделает... как тебе сказать? Ну, опять же, в карты превратит. Так, три урона. Получили.
уничтожает у нее растение. Вот как он делает. Так, этому минус, да? Этому минус. Мы тогда с тобой, знаешь, что сделаем? Поставим защиту сюда. И, наверное, вот этот... Нет, вот этот ландшафт, наверное, поменяем. Наверное, так лучше сделать. Блин, самое противное, что у него броня сработает. А, что я жду-то? Ну и вот так вот. Поехали. Вот об этом я тебе и говорил. Вот именно об этом я и говорил. Куда тут? Наверное, сюда бомбануть. Шар. Шарик. Давай я вот так вот сделаю. И, наверное... Да все равно, мне кажется, мы здесь погибнем, ребят. Мне кажется, именно так будет. Давай сюда поставим. А этот сейчас переместится в лаву. Тьфу ты. Но... Кто б сомневался? Нисколько, ребят, не сомневался я в этом. Эх, шарика нету, жалко. Ну куда ты встал-то? Ну ё-моё, ну куда ты... Ладно. Шут гороховый. Крахмал, да, у тебя? Поехали. А в лаву-то как не хочется, да, ставить-то тебе, парень? Ой, как не хочется. Так, а он не потратил свой суперудар, который он подобрал, кстати. Сейчас молекулярку свою выставит 100%. Ага, вот как он. Так, прокачивает, да, олуха своего этого? Так, все растения получают 1 плюс 1. Допустим. Так, ну этого мы подобьем, понятное дело. Мне вот здесь больше интересует, что нам сделать тут. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Дай вирус мне еще. Нет, это не вирус. Давай, наверное, этого шваркнем или кого? Ну да, этого, наверное, скорее всего. Подбить нам выгоднее. Угу. А вот здесь поставить защиту. Поехали. Ну, 4 в лицо-то нам обеспечено, ребят. А этот еще крахмал, блин, уже будет сейчас. Так, 4 хп у него остается. Вот как теперь, ребята, здесь есть вариант. И есть, друзья мои, вариантик. Так, надеюсь, могилоеда у него нету. Три в лицо, всего лишь 3 в лицо, ребят. Так. Добирает карту, понятное дело. Дальше что? Ну что дальше-то, блин? О, как. Ага. Все? Так, кого мы с тобой можем сдвинуть? А никого. Поехали. Так, допустим, ребят, поехали. Тынс уничтожил. Так, сейчас сработает защита.
А, нет. Нет. Защита. Как она это срабатывает, не срабатывает, я не знаю, ребят. Почему-то должна была сработать, но, как видишь, она не захотела. Ну и того у нас еще. Вот это, ребят, стандарт. Как только одна победа остается, мы с тобой скатываемся в самое дно. Сейчас увидим. Твою налево. Вот зеленая тень, я ее ненавижу, ребят. Тут непредсказуемо. Тут она может и на заморозках, и на своих этих травянистых шуткарях играть. В общем, там у нее очень большой выбор. Она как универсал идет. Так, ну вот это вот меня уже пугает. Вот это меня уже начинает пугать. Она ждет, когда я выставлю первый. Привет, привет, Запнель. А вот это хорошо, кстати. Но, мне кажется, у него огурец есть. Это как для пробы он выставил. Типа, разведочку сделать. Пока никого не выставляем, ребята. Держимся. Смотрим. О, как. Иди отсюда. Ну, вот теперь можно. Вот теперь можно, наверное, друзья мои, кого-то выставить. Посмотрим. Так, ну слушай, неплохо. В комплекте. Потом, естественно, лучше тренера позвать. Так, на фасольках. Друзья мои, он решил сыграть на фасольках. Это плохо. Добор карт. Никаких добор карт у него не будет. Хотя почему не будет? Он успеет, да, все-таки? Кого-то поставит, тот плюнет, но это последний, первый и последний раз. А потом мы поменяем ландшафт. Потом мы поменяем ландшафт, а дальше я не знаю, что там у него. Две фасоли, ребят. Одна друг другу пополняет. Естественно, сейчас делает тут добор карт. Офигеннейший себе. Так, это я пока трогать не буду. Ну ты понял, да? Что он там нахапал себе. Так, разбежалась мелочь. Поехали. Так, а у нас с тобой хила-то, кстати, нету. О-оу. Угу. Пропускаем ход. Да ты запарился своей вот этой фигней, а? Так, естественно, хиляться. Будет прикрывать своего этого охламона или нет? Да у него этих фасолей там дофигища, ребят. Ну вот, видишь? То есть нам с тобой в помощь пойдет аэрозолька. 5 единиц по центру. Как же без этого-то? Так, в расход. Уничтожаем. Продолжаем бомбить. Так, 3 хп у него осталось. 3 хп, ребят. Теперь смотрите, что я хочу сделать. Поставим так. Все. Это дает мне, ребята, пропуск. Ну, на ваших глазах просто фартануло мне, ребят. Играл против кого-то там, фиг знает, корейца, японца, монгола или еще кто-то там. 44 ранг. Я прям сам удивлен. Может быть, так нужно было, а? Так, друзья мои, ну что же. Так как мы с тобой перешли, да, в следующий ранг, 44-й, можно немножко и поэкспериментировать.
Мы играли с тобой очень... Я очень много, ребята, играл за ржавого разряда. Также я очень много играл за нашего любимчика разгрома. Давай попробуем сыграть теперь за растение. Возьмем, например, орешек наш. Так, измени. Давай посмотрим хотя бы, из чего он состоит. Что это у нас за орех? Так, этот орех у нас с тобой на хилах. Но я тебе скажу следующее. Фиговый вот этот вот, ребят, набор. Очень фиговый, потому что тут надо именно хилищие карты. А их у меня, как видишь, нет. У меня нету для хилки. Нужны вот такие вот карты, ребят. Например, вот этот томат. Сколько он, кстати, стоит, если его собирать? 1000. Плюс ко всему этому здесь нужен вот этот цветочек маг, который тоже, ребята, хилит. И, соответственно, вот. Только с помощью вот этих вот алоэзавр, только с помощью вот этих вот растений здесь можно еще что-то сделать. А, ну и, естественно, еще вот этот, понятное дело, да? Астрое. Вот если эти карты у тебя есть, не по одной, а по две, по три как минимум, тогда колода на хилку будет работать просто идеально. Вот эти орехи сразу отсюда убираются все. И оставляются только лишь вот этот, этот, вот это вот. Естественно, вот этот. Хилищие лужайки, соответственно, да. Можно оставить кабачок, либо баклажан. Кто ты вообще такой-то? А, это тыква-хранитель. Ну, конечно же, тыква-хранитель. Плюс, на всякий случай, вот эту можно было бы взять одну. Груши сразу отпадают, они как бы здесь не понадобятся. Хотя одну можно было бы, наверное, оставить. Лучше, конечно, вместо груши, наверное, ананас. Вот, ну, есть еще одна, ребята. На орехах. Вот на орехах мне как бы больше подходит. Так, ну это какая-то недоореховая. Хотя... Попробуем, что ли, этой командой сыграть. Все равно нам терять нечего сейчас. Так, подожди, я уже попутал. Так, выбираем. Поехали. Ранг мы уже с тобой не потеряем, потому что мы уже, как говорится, дошли до него. Ох ты, 44 против 40. Нифига себе, ребята. Это прям какая-то редкость, чтобы кто-то играл за бессмертие. Давно. Ой, подожди. А... Чё? Твою... Ты чё за... Такого не должно быть в моей команде, ребят. Ага. Тут пропускаем ход с тобой. Интересно. Да подожди ты, мне надо на тебя поставить. Ну, допустим. Создает случайного зомби. Это у нас прочерк. Слушай, ну если у него гаргантюахи есть, ребят, то это вообще будет плохо. Тебя умоляю, что ты, что ты? Прокачивает, что ли, его? Так, сколько ты даешь нам? 4, да, кхп? Ладно, мы прикроем. Просто, ребят, прикроемся, чтобы не получить урона. А дальше, блин, да у меня энергии нету. Ага, колотушка. Он возьмет этого, что ли? Ну да. Так, хорошо. Мы с тобой сделаем вот так. Что ты там делаешь? А, превращаешь. В кого он его превратил, интересно не знать, а? Пока неизвестно. Угу. Ну, а тебе просто повезло. Ну, эту лужайку мы сейчас, естественно, с тобой заменим.
Верно же? Погоди секунду. Или нам... Блин, как лучше сделать-то? Как мне тут лучше сделать? Ну, давай вот так вот я сделаю. Посмотрим, что он там будет предпринимать. У него вот эта вот штука. Если гаргантюа у него есть в кармане, он сейчас может выставить, ребята, за копейки. И опять же я тупанул. Мне нужно было тыкву ставить назад. Ой, Рэй, ну ё-моё. Это значит, это говорит о том, что, ребят, давно не играли мы. У нас с тобой будет что? Ага, вот он как делает. Вот такие вот у него, ребята, хитрости, да, значит? Угу. Так, защита. Я думаю, что пока она нам не нужна. Ага. Блин, заморозка еще, я же забыл совсем. Заморозил, да, довольный. 5-6. Опа. Ну, этого парня, ребят, нельзя никак пропускать, понятное дело. Так, мы его, наверное, ухоркаем, да? И все. И все. Блин, а он там превратится еще в круче. Что-то какая-то нефартуха у меня идет здесь. В кого сейчас? Оу, сейчас он всем... Всем навтыкал, прикинь. Ладно, давай с этого начнем. А что дальше? Дальше, наверное, вот сюда. Или как? Ну да. Это единственный вариант, ребята. Больше я не знаю. Нам тут трындец. Я все забывал про ландшафт, что ландшафт нужно было заменить. Фига, он там нахапал карт себе. Безумие. Ну тут все, тут, ребята, крышка. Да. Что это за колода вообще мне выпала? Я не понимаю, что это за бред. И не хил, и вообще непонятно, что это. С какой перепугу? Я смотрел, нормальная колода была на орехах. Орехов я тут вообще не увидел. Ну-ка, подожди-ка. Вот она, эта колода. Почему она перескакивает? Я не понимаю, ребят. Выбираем, поехали. Это то, что я посмотрел, она, видимо, сразу автоматически вошла. Так, 38 ранг. Тут у нас, ребята, заразительное сальце. Университет зомби написано там, сзади. Так. Но он любитель, конечно, попрятать в надгробие. Оу-оу-оу. Начинается, короче. Шулера вызвал, да? Сейчас будет лупить. Кабачки и всякая фигня, блин. Да не надо мне никакого отхила. Ну что у меня, вот с 4 энергии, ребят, только начинается. Он мне на этот момент навтыкает сейчас по полной программе. Вы издеваетесь, блин, сейчас, а? Ну ведь это издевательство, друзья. Че, хильнуться, что ли? Или дождаться орех поставить потом? О, ну хоть что-то. Хоть что-то, друзья. Так, что там у тебя? Я понял. Давай хильнемся от греха подальше. Так, понеслась.
Здрасте. Ну что, поставим этот орех. Он его, естественно, сейчас уничтожит. Оу. Желудь. Ну что, он будет бомбить? Да, скорее всего, будет, конечно же, ребят. О, как. О, как делает. Жулик несчастный, а? Как ты меня заколебал, а? Ну, серьезно. Призрака позвал в помощь себе. Ну давай вот так вот сделаем. Так, мы получим карту. Соответственно, этот мне в морду бомбанет. Надеюсь, у тебя нету там шарика или еще что-нибудь. 3 единицы урона. Ну хотя бы уничтожили. Так, вот теперь интереснее, ребята. Заколебал он, а? Так, могилоеда сразу уничтожаем. Ага. Танцы-шманцы, оказывается, у тебя, да, там были? Блин, зачем сделал? Сейчас этот... Эх. Ой, тупим, ребята, тупим по-черному. Что он там, интересно? Что у него там есть, а? Мне нужен хил, друзья мои. Мне нужен срочно хил. Что, довоню, наверное, этого хмыря. Достал он просто уже в корень. И вот так вот. Вот так вот, да, значит, ты делаешь. О, на ландшафте самое то. Так. И вот так. Только не говори мне, что у тебя там типа картишки закончились, парень. Опа, опа, опа. Дождался, да, момента? Я тебя понял. Интересно, пробьем или нет? Или защита? Ах ты гад. Плевунки. Так. Ну, допустим. Че он там вытащил за карту-то интересная? Все. Решил сдаться. Блин, ну как он меня этим достал, который здесь стоял, этот шулер? Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Все из меня там вытряс. Все, что можно было. Так, ну что, давай еще, наверное, партийку сыграем. Так сказать, на дорожку, да? На пасашок. 30-й ранг. Но у него зонтик, значит, ребята, он играл, он участвовал. В сезоне. Блин, издеваетесь. Орех этот, наверное, надо было зеркально-то поменять. О, ребята, это профессор Москотака, про которого я тебе говорил, что он очень может быстро ускориться. Плюс у него туева куча, извини меня, добуров. Ну вот он, видишь, начинает. Начинает с добур карт. Ну, чё мне здесь? Ландшафт поставить только, если... Ну, посмотрим сейчас, кого поставит он. К примеру, сделаем так.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Прокачался, да? Так, будет менять ландшафт или нет? Нет, он что-то доборами занимается, ребят. Слишком дофига доборов делает. Зачем? Зачем он это делает? Фиг его знает, зачем он это делает. Блин, мне бы как-то арахис. Это же арахис у нас. Тройной орех он называется здесь. Тройной орех. Ну, понятное дело, что это не арахис, ё-моё. О, даже как ты делаешь, да, парень? Иди отсюда. Угу. Блин, если мы сюда орех поставим, это будет круто, на самом деле. Это будет даже очень хорошо. Давай что-нибудь в могилках. Я воспользуюсь. Я сюда орех, наверное, сейчас поставлю. Орех может нам... Видишь, он атаковать не может. Нам вот надо вначале тройной орех, а после него уже можно будет, конечно, использовать и вот эти орехи. Было бы неплохо. Я могу выставить плюс 2. Да, 2 к здоровью. 3-5. Просто так не пробить будет его легко. Чего такое случилось, я не понял. Профессор, у тебя целая колода в руке. И ты, да ну, смеется, просто издевается, ребят. Он просто издевается. Отключился. Ну, отключился и отключился, ребят. Что я могу сделать? Видимо, что-то пошло не так. Может быть, со связью. Может быть, еще что-нибудь. Так, и давай последний бой с тобой сделаем за разгрома. Это как бы я тебе показываю своих любимчиков. Разгром, опять же, ребята, я не помню, какая именно у него колода. Это, по-моему, спортивная, да, получается? Чистой воды. С небольшими изменениями. Я недавно поставил вот эту карту себе и вот эту вот. Это из новинок. Ну, мне кажется, он сейчас сфейлится. Ладно, давай попробуем. Один разочек бомбанем с тобой, как говорится, под Полтавой, и все будет хорошо. Ну, сфейлимся и сфейлимся. Что делать? Ну, давай, давай, противничек, ищись. 43-й. Удивительно, на мобильнике играю, когда, ребята, мне только высшую лигу дают. О, Бонг-Чо, это плохо. Твою налево, Бонг-Чо, ну... Не вовремя-то появился, блин. Вот ему я сейчас, кстати, очень часто проигрываю. Еще начинается с добора. Наверное, либо там на орехах. На чем он там играет? На травяных своих, да? Травянистики. Фасолька, травянистики. Плюс у него еще этот, есть рикошеты. Но тут придется нам разменяться немножко с ним. Но я урона получу больше, чем он. Пумс. Так, окей. Мы его можем шариком раздавить при желании. Но я могу сделать и вот так. А он может его усилить. Я ж так и думал, ребят. Он его усиляет. Что нам тогда остается делать? Ума не приложу. Есть вариантик. Есть вариантик. Ага, груша.
Да епарсеты, ты запарил усилять-то тут всех своих этих рабов-холопов. Угу. Так, ну что, будем возвращать, наверное, в руку, выставлять заново, да? А как ты это сделаешь? Ха-ха, ты этого никак не сделаешь, парень. Камон! Тимон! Пумба, выходи! Сейчас что-то будет жесткое. Блин, этим воспользоваться можно было бы только в конце. О, вон, друзья. Подожди. Так. Значит, у тебя, гаденыш, там в руке полным-полно, да? Усилялок, я так понимаю. Скорее всего, друзья мои. Скорее всего, он будет прокачивать его. Как мы можем к этому подготовиться? Есть ответ. Есть, друзья мои, вариантик. Есть. Сделать вот так вот. Ну и смотрим. Будет он его укреплять? Ну, конечно, будет. Блин, ну где мои бомбы? Где у меня, блин, все, а? Скажи мне на милость. А, подожди, 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 подожди. Все, ему крышка. Ему, друзья мои, крышка. Пошел отсюда. Нервотрепщик. А мы с тобой делаем немножко по-хитрому. Так. Угу. Погнали. Так, страусенок. Кактусенок. Ну, кактусенка, я не знаю, ребят. Ну, давайте кактусенка, наверное, уберем. Тюн-т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 юн. Тирич. Все, да? Пумс. Ну, понятное дело, уничтожил. Защита? Защита. И двоечка, наверное, да? По всем фронтам. Странно. Никакой двоечки не... Так, ну что, отхилочку ставим или как? Ведь бомбанет, друзья мои. Ой, бомбанет. Вот как пить, да, сейчас уничтожит его. Неуязвимость даже вешает. Ага. Орех. Чего? Понятно. Нахватал, да, значит, всякой параши себе. Так. А ну-ка проверим на прочность здесь тебе, парень. Если мы сделаем твой вирус... налево. Но вирус меня здесь не спасет, так ведь получается? 9. Нет, не спасет. Единственное, что я вот так, наверное, сделаю. И надеяться на лучшее, да? Все, ребята, лучшего не будет. Фейл. Только лишь потому, что... Потому что мне ничего не выпало в руку, блин, кроме вируса. Вот и все, ребят. Понятно, орехи, всякая чепуха здесь. Видишь, он на усиляшках. Ребят, только лишь на усиляшках работает. Тут что не тронь. Все плохо.
Этот 10 бомбанет. Там пятерочка, да? Нет, тут не выжить, ребят, ну никак. Это бесполезняк. Ну что, ребята, разгром обосрался, так и скажем. Ну, а я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.